Дуди, пожалуйста. Что такое вообще жилище? Жилище — это что, десятка? Десятка — это... жилище — это десятка, которую мы строим, будь то постоянное жилище или временное. Если это жилище не обновляется, это значит, что люди не работают над обновлением отношений между ними, и тогда это постоянное жилище, и это нехорошо. Нужно выйти во временное для того, чтобы обновить связи и подняться выше на более высокую ступень между нами и от нас к Творцу. На каком этапе жилище становится постоянным? Когда не хотят ее обновлять. Построили, закончили, и все. Так есть необходимость, по крайней мере, один раз в год. Год — это значит, когда мы завершаем кругооборот годичный. Мы должны один раз в кругообороте обновить связи между нами, получить новое кли и новую душу. Мы должны почувствовать десятки постоянное состояние и из него выйти в новое состояние, временное еще до-то. Да, 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 так это. Так на каком этапе ты выходишь во временное жилище? Когда ты видишь, что ты обязан это сделать, чтобы обновить отношения, связи между товарищами и между товарищами и Творцом. Какое обновить связь с товарищами? Поднять на более высокий уровень.